Тараский пенсионер заминировал по телефону здание религиозного объединения. Сообщение об угрозе умышленного взрыва поступило на пульт Центра оперативного управления ДВД области. На место незамедлительно выехали полицейские и спасатели. Территорию предполагаемого взрыва оцепили, а из здания эвакуировали порядка 400 человек. В результате осмотра никаких взрывных устройств обнаружено не было. Вызов оказался ложным, и полицейские принялись разыскивать злоумышленника. Вскоре нетрезвый пенсионер был задержан. Мужчина азиатской национальности, проходя мимо религиозного объединения, то есть дома свидетелей Иеговы, сказал о том, что через полчаса здесь произойдет взрыв. Единственное, что он мог сказать вот в момент задержания, то есть для него это было неожиданностью, он сказал, что «а я не думал, что так может быть». Неудачная шутка в пьяном угаре 61-летнего жителя Тараза может обернуться для него лишением свободы на 6 лет.